Сейчас будет статистика от Генштаба в виде потерь личного состава и военной техники российских оккупационных войск. Смотрим на экран и комментируем. Итак, 26 сегодня октября, 976 день полномасштабного вторжения. Личного состава потеряла оккупационная армия россиян 687 600 человек. Это раненые и убитые. 1240 систем ракетного залпового огня. Артиллерийских систем почти 20 000 было уничтожено. Вертолетов 329, самолетов 369, беспилотников 17 726, крылатых ракет 2625. Средства ПВО 984, автомобильной техники 27 460, специальной техники 3541. Боевые бронированные машины 18 332, танков 9109. Далее видим корабли, катера и подлодки, которые потеряла Российская Федерация. Их было уничтожено 29 в ходе полномасштабного вторжения. Слава Украине! Слава нашим воинам за эти показатели и за то, что мы можем здесь с вами общаться в центре Киева в прямом эфире.